Верховный совет Приднестровья принял предложенное главой региона Вадимом Красносельским продление действия карантинных мер до 1 апреля. Причина – неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса был введен в Приднестровье 17 марта. С середины июля в регионе действуют ограничительные меры. Таким образом, до 1 апреля сохранится масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина, особый порядок пересечения границы региона и другие меры. Ранее стало известно, что приднестровцы, переболевшие COVID-19, смогут въезжать в регион и выезжать из него в течение 2 месяцев без дополнительного тестирования и последующего прохождения обязательной самоизоляции. Для этого необходимо будет представить соответствующую справку из лечебного учреждения. Однако тех, кто вернется после истечения 2 месяцев от выздоровления, ждет тест или 14-дневный карантин.